Вот 50-60 тысяч стоят вот эти монеты. Вот видно, да, 2003 год, рубль 2,5, самый дорогой там, короче, рубль. Но мало, наверное, кто знает, почему они редкие. Я вам сейчас расскажу историю. Они вот, они должны были тоже быть в этих наборах, как и 2002 год. Там, возьмем 2002 год, набор стоит там целиком 15-20 тысяч, короче. А эти стоят там, 1 рубль стоит там 30 тысяч, образом говоря, из этой серии. А почему? В 2003 году Питеру было 300 лет. И так же, как 2002 год, должны были быть наборы такие же, там, в наборах, как 2002 год, буклет, короче, годовой набор. Должны были быть и эти годовые наборы, должны были сделать. И, короче говоря, продавать. Они отчеканили эти монеты, направили в Москву, вот, чтобы запечатать, короче, сделали там три вида было, я видел их в упаковке, три вида, короче, этих коробок, какие они должны были быть. Вот, и получилось так, что там совпало, ну, День города, они хотели на День города это продавать, короче говоря, там кто-то, все-то, что-то там все проспали, в итоге, короче говоря, про это все забыли, все, ну... И эти мешки, короче, с 2003 года до 2006 года провалялись в Москве. И после этого, ну, и 15 тысяч у них на, тираж. Но на самом деле это не так, потому что, и, ну, 15 упаковок, 15 тысяч наборов должны были быть. И рубль, 2,5, по 15 тысяч. Но их же присылали, короче, больше, там, может, 30-40 тысяч, там, одинаковых, чтобы выбрать и положить, короче, красиво в этих наборах, да? Ну, чтобы было из чего выбирать. Этому там никаких 30 тысяч, там больше 30-40 тысяч, ну, то есть, я имею в виду, больше 15 тысяч этих тираж. Официально там выходят 15 тысяч, а остальные, как бы, ну, получилось так, что там больше тираж. Выбирали там 30 тысяч направляли, 40 тысяч там, и выбирали 15 тысяч из этих красивых, ну, чтобы упаковать. А как они проспали, в 2006 году эти мешки выбросили в Москву, ну, в Москве, короче говоря. И пустили оборот. Вот они поэтому и пропали, понимаете? Это с оборота эти монеты, как бы там 5 миллионов человек в день прилетает и улетает в Москву. И это по всей стране и по всему миру разошлись и пропали, выбросили, короче. И поэтому они редкие, понимаете? Если бы они были бы в этих буклетах, они бы ни хрена как бы и не стоили, понимаете? А раз они в оборот пустили, это небольшой тираж, понимаете? Из этих там 30-40 тысяч. Там половина пропала, половина заржавела, половина выбросили там, и что там осталось, никто, один бог знает. Самый дорогой рубль 2003 год, имейте в виду. Вот и вся эта история, короче говоря. И они не попали в этих буклетах 2003 год. Поэтому они реже, из-за того, что они с оборота. Вот и все. Всем удачи, всем добра. Берегите себя и своих близких. А вообще, это самые топовые монеты будут на будущий 2003 набор. Ну, 2003 год, рубль 2,5. Всем удачи, всем добра.